Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Немецкий язык по листам с нуля». Мы с вами продолжаем наш плейлист, и начинается контрольная работа по тем глаголам, которые мы разбирали в рамках нашего плейлиста. Еще раз все повторите. Мы с вами повторили глаголы, но также самостоятельно повторите устойчивое выражение, которое мы с вами разбирали до этого с этими глаголами. Если вы все это сделаете, будете слушать фоном, то, конечно, результат будет намного выше. Итак, давайте начнем. Цель, действительно, чтобы вы сами строили предложение и также составляли различные разговорные фразы о себе и не только. Итак, хочу сразу сказать, что, может быть, вначале будет сложно, но здесь просто нужно много-много практики и слушать фоном. Итак, скажем. Мне нравится гулять со своими друзьями. Видите, какая же интересная фраза. Это уже не совсем начальный уровень, мы идем выше, но давайте скажем. Итак, здесь мы с вами используем фразу «ходить гулять». То есть, дословно получается «я хожу охотно», «я хожу», «ich gehe охотно», «gern», «с моими друзьями», «с», «mit», моими друзьями, meinen, друзьями, freunden, гулять, spazieren. Ich gehe gern mit meinen Freunden spazieren. Потрясающая фраза. Видите, здесь действительно есть некоторые сложные моменты, в том числе грамматические моменты, но вы не волнуйтесь. Вот на данном этапе проще запомнить эту фразу, но в дальнейшем, значит, после как раз общей контрольной, мы планируется разберем много новых грамматических моментов, в том числе, когда видите вот эти окончания, другие окончания, и все это отработать на практике. Пока вот так, друзья мои, опять же, еще раз обращение к вам. Глаголы мы повторили, там, gehen, spazieren, но обратите внимание на эти устойчивые фразы, которые мы разбирали. Можете выписывать, повторять, это очень важно, слушать фоном. Итак, самое главное здесь, хотя бы, чтобы вспомнили глаголы. Если вы вспомнили уже глаголы, там, gehen, spazieren, то это уже просто, вы просто супер. Итак, ich gehe gern mit meinen Freunden spazieren. И вы не расстраивайтесь, если что-то не получается. Самое главное, что вы можете выразить свою мысль. А вот эта точность, она со временем нарабатывается, все мы делаем ошибки. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Итак, он знает много. Он знает. Er знает. Weiß. Много. Viel. Er weiß viel. Мы учимся плавать. Мы учимся. Wir lernen плавать. Schwimmen. Wir lernen schwimmen. Они задают так много вопросов. Они задают. Sie stellen так много вопросов. Так много. So viele вопросов, фраган. Sie stellen so viele fragen. И опять же хочу сказать, что в этом контексте именно глагол stellen. Только так. Sie stellen so viele fragen. Я слушаю охотно эту музыку. А так можно перевести «мне нравится слушать эту музыку». «Мне нравится слушать эту музыку». Дословно «я слушаю охотно». Я слушаю ich höre охотно, gern эту музыку. Эту музыку, diese Musik. Ich höre gern diese Musik. Мы любим тебя. Мы любим. Wir lieben тебя. Dich. Wir lieben dich. Мой друг помогает мне. Мой друг, mein Freund, помогает, hilft мне, mir. Mein Freund hilft mir. Я получаю
много писем от него. Я получаю. Ich bekomme. Много писем от него. Много. Viele писем. Брифе. От него. От. Von. Него. Им. И bekomme viele Briefe von ihm. Они спрашивают, и я отвечаю. Они спрашивают. Sie fragen. И я. Und ich. Отвечаю. Antworte. Sie fragen. Und ich antworte. Это интересует ее. Это интересует. Es interessiert ее. Sie. Es interessiert sie. Опять же, самое главное, что вы вспомнили уже глагол. Interessiert. Если забыли форму, там, его, ее, путаетесь, это, друзья мои, со временем приходит. Нужно просто много практики слушать фоном. Итак. Ich gehe gern mit meinen Freunden spazieren. Weiß viel. Wir lernen schwimmen. Sie stellen so viele Fragen. Ich höre gern diese Musik. Wir lieben dich. Mein Freund hilft mir. Ich bekomme viele Briefe von ihm. Sie fragen und ich antworte. Es interessiert sie. Я хочу задать вопрос. Я хочу. Ich will задать вопрос. То есть вопрос. Eine Frage задать stellen. Ich will eine Frage stellen. Я хочу зарабатывать больше денег. Я хочу. Ich will зарабатывать больше денег. То есть больше денег. Mehr. Geld. Зарабатывать. Verdienen. Ich will mehr Geld verdienen. Вопрос. Откуда она? Дословно, откуда приходит она? Откуда? Woher? Woher? Приходит. Kommt. Она. Sie. Woher kommt sie? Она продает свою квартиру. Она продает. Sie. Verkauft. Свою квартиру. Свою, то есть ее квартиру. Ее. Ihre квартиру, Wohnung. Sie verkauft ihre Wohnung. Идет дождь сейчас. Идет дождь. Es regnet. Сейчас. Jetzt. Es regnet jetzt. Я знаю его. Я знаю. Ich kenne его. Ihn. Ich kenne ihn. Они едят вместе. Они едят. Sie essen. Вместе. Zusammen. Sie essen zusammen. Он рисует мало. Он рисует. По умолчанию используем форму глагола malen. Он рисует. Malt. Мало. Wenig. Malt. Wenig. Он зарабатывает так много. Он зарабатывает. Verdient. Так много. Так. So много, viel.
Er verdient so viel. Я изучаю право. Используем форму глагола studieren. Я изучаю. Ich studiere право. Юга. Ich studiere Jura. Ich will eine Frage stellen. Ich will mehr Geld verdienen. Woher kommt sie? Sie verkauft ihre Wohnung. Es regnet jetzt. Ich kenne ihn. Sie essen zusammen. Er malt wenig. Er verdient so viel. И студия юга. Я думаю, это действительно возможно. Я думаю, ich denke, это действительно. Это, es ist, действительно, wirklich, возможно, möglich. Ich denke, es ist wirklich möglich. Мы платим слишком много. Мы платим. Wir платим, zahlen, слишком много. Слишком, zu, много, viel. Wir zahlen zu viel. Можно, например, сказать, слишком много денег за это. Да, давайте усложним. Скажем, слишком много денег. Это будет zu viel денег. Geld. За это. Dafür. Wir zahlen zu viel Geld dafür. Я иду спать. Я иду. Ich gehe. Спать. Schlafen. Ich gehe schlafen. Мне нужна ее помощь. Мне нужна. Ich brauche ее помощь. Ее, ihre, помощь, Hilfe. Ich brauche ihre Hilfe. Мне нужно больше времени. Мне нужно. Ich brauche больше времени. Больше mehr времени Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Я хотел бы позвонить ему. Я хотел бы. Ich möchte позвонить ему. То есть ему ihn позвонить anrufen. Ich möchte ihn anrufen. Я часто путешествую. То есть я путешествую. Ich reise часто oft. Ich reise oft. Я хочу поблагодарить тебя. Я хочу. Ich will поблагодарить тебя. То есть тебя, где поблагодарить. Danken. Ich will dir danken. Она хочет танцевать. Она хочет. Sie will танцевать. Tanzen. Sie will tanzen. Они продают эту квартиру. Они продают. Sie verkaufen эту квартиру. Эту. Diese квартиру. Wohnung. Sie verkaufen diese Wohnung. Отлично, повторим. Ich denke, es ist wirklich möglich. Wir zahlen zu viel Geld dafür. Ich gehe schlafen. Ich brauche ihre Hilfe. Ich brauche mehr Zeit. Ich möchte ihn anrufen.
Ich reise oft. Ich will dir danken. Sie will tanzen. Sie verkaufen diese Wohnung. Я улучшаю свой немецкий. Я улучшаю. Ich verbessere. Ich verbessere свой немецкий. То есть мой, mein немецкий, Deutsch. Ich verbessere mein Deutsch. У него есть работа. Значит, помним, что используем выражение, значит, имеет работу с job. Получается, у него есть работа. Дословно, он имеет. Er hat работа. Einen job. Er hat einen job. Видите, как раз выражение с einen job. То есть имеется в виду, что у него есть какая-то работа, какая-то профессия, и он работает в этом контексте. Итак, я хочу поблагодарить тебя за это. Я хочу. Ich will. Поблагодарить тебя за это. То есть тебя. Dir. За это. Dafür. Поблагодарить. Danken. Ich will dir dafür danken. Я думаю, это очень хорошо. Я думаю. Ich denke. Это очень хорошо. Это. Es ist. Очень хорошо. Sehr gut. Ich denke. Es ist sehr gut. Я работаю так много. Я работаю. Ich arbeite. Так много. So viel. Ich arbeite so viel. Отлично, давайте сами повторим. Ich verbessere mein Deutsch. Er hat einen Job. Ich will dir dafür danken. Ich denke, es ist sehr gut. Ich arbeite so viel. Друзья мои, отлично. Пишите о ваших результатах, да, о своих результатах, успехах. Всем нам это очень интересно. Очень важно много практики, друзья мои. Поэтому специально мы так подробно с вами разобрали глаголы. Как говорят, если вы освоили глаголы, вы освоили язык. Это очень важно. И также слушайте фоном, друзья мои. И далее идем в рамках нашей контрольной работы и идем по нашему плейлисту.